семье Клементьевых важное событие. Маленькая Варвара впервые перешагнула порог детского сада. Кажется, родители волнуются больше дочки. Та смело отправилась знакомиться с одногруппниками. Мама и папа выдохнули. Кажется, проблем с адаптацией не будет. А ваши впечатления от садика какие? Ну, то, что новый, красивый, вся мебель новая. Это все, конечно, очень приятно. Вот. Очень радушно встретил воспитатель, да. Очень радушно. Очень понравилось, что самим дали наклеить наклейку. Мне кажется, детям это важно. Ну, первое знакомство, для первого знакомства это вообще классно. Полисадик на Северной улице Воденцова открылся всего пару месяцев назад. Период адаптации малышей проходит по-разному, но большинство уже без слез расстаются с мамой. Никакого профессионального секрета здесь нет. Ребенок пришел, мы открыты душой, мы открыты... И дети у нас все такие замечательные. И сразу они заходят, они увидели детей, там раскраски, игрушки. И они забывают, что там осталось. Им это вот интересно, все новое, все красивое. От обычного детского сада полисадик отличается только расположением. Находится в жилом доме. Все остальное, как в любом другом муниципальном дошкольном учреждении. Все как обычно по режиму детского сада. Игры, развлечения, физкультурные занятия, музыкальные занятия. Все силами воспитателей. Сейчас в этом полисадике работают две группы. Одна для малышей от 1,5 до 3 лет. Вторая для тех, кто немного постарше. Обе по плану на этой неделе изучают овощи и фрукты. Капуста какая? Зеленая. Зеленая. Какая хрустящая капуста может быть, да? Вы любите капусту? Салатик. Да, из капусты можно сделать салат, можно приготовить суп. В группе «Облачко» совсем малыши. Авроре и Батыру чуть больше 2 лет. В садик с удовольствием ходят 2-й месяц. Садик новый, вот, воспитатели очень нравятся. Пока никаких возражений, жалоб, все очень хорошо. С радостью идет. Очень нравится, ей каждое утро она просыпается в садик. Ну, в принципе, ей еще 3 нет, я не планировала раньше 3 ее отдавать. Мне позвонили, сказали, что вот есть такая возможность. Ну, и она давно хотела, поэтому решили походить. Воспитатель замечательный очень. Собственно, поэтому она и приходит с удовольствием. В сентябре в полисадике детей станет еще больше. Заработают все 7 групп. Всего же в Одинцовском округе по программе губернатора Подмосковья открыто 6 таких дошкольных учреждений. Это 615 дополнительных мест. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».